И только синие. У меня фобус. Эмка пролетела, да ладно! Сука! Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Разбогатей быстро на ksgofast.com. Ссылка в описании. Здравствуйте, скпи приятели, Джасти и Костя. Сегодня мы открываем сандык гамма с помощью ключ за сандык гамма. Да, привет. Короче, мы открываем кейсы. Опять же, это битва кейсов. На равная битва. На смерть или на смерть. Да, я надеюсь, что в этот раз я выиграю, потому что остальные два я проиграл, а Костя еще со мной ни разу не... Он просто самоуверенный в себе человек. Да, я. Вы понимаете, кто тут выиграет. Ты знаешь, кто я? Я верховен эксперт от первого класса. А я легендарен эксперт орел. Да, я бы хотел, чтобы не выпало железно покрить. Оно обычно всегда и выпадает. Точнее, мне нужно отключить надграф, а то я этот долбоеб, короче, подожди. Оп, ноль, чтобы видно было. Готов? Готов! О! Вот это неплохо, слушай. У меня он пролетел, выпал атмосферен. Рестартирование, что? У меня выпал атмосферен, минимально износен. А у тебя... У меня револьвер выпал. Он минимально износен. О, блин, ну походу ты сейчас это опять меня опережаешь. Как обычно, ничего нового. Попробуй прочитать в первый раз название этого дробовика фиолетового. В светлый нана. Такая, сам название. Язык сломаешь. Ксеноцеф. Нормальное название. Раз. Два. Три. Поехали. У меня одно говно летит. У меня сплошное одно говно и... Ура! Маг 10. Вначале я хотел железных покрытий. Маг 10. Мясоядно. Мясоядно. Чисто нов зато у меня выпал, кстати. Он прям чисто новый, смотри. По-моему, он что, закален в боях, что... До 100 износен. Просто износен? До 100 износен. Не до 80, не до 90, а до 100. Типа вообще пиздец. Я хочу получить бунтовник от пустошта. Пустошта? Ладно, короче, готов? Ключ-т еза еднократно употреба. Раунд. Погнали, готов? Раунд. Раз, два, три. Пау! У меня ничего не пролетает, фиолетовый и только синий. У меня фобус. Эмка пролетела, да ладно! Сука! Она не выпала? Нет! Мне выпала ледниковая шапка. ПП Бизон Жтвар. Штварь. Штварь, мразь просто. Матенов предмет. Продолжване. Ты все равно сейчас в плюсе, потому что у меня выпало... Что мне что-то выпало? Так 9, и у меня 3 синих, у тебя хотя бы одно фиолетовое. Ну, я думаю, все равно. Ты готов открыть... Какой кейс? Четвертый. Четвертый кейс. Ты готов? Сандык Гамма. Готов. Сандык, точнее. Сандык, а, типа сундук, я так понял. Раз, два, три. Добрейший вечерочек. Поехали. У меня 5 фобусов пролетело. Что-то розовое пролетело. И выпадает мне атмосферен SG-553. Мне он уже падал, а сейчас мне выпал светлината на прожектора. Не, кстати, скин прикольный. Я бы его фиолетовый бы лучше засунул. Мне выпал синее. Светлината на прожектора. Угадай, что это за скин. Сейчас я прочитаю, подожди. А, этот. Дробовик. Дробовик, да. Ну, собственно... Хотя бы что-то, но он после полевых, я не думаю, что он стоит чего-то вообще. Ты готов открывать пятый кейс? Да, вызов принят. Ну нихера не падает, что за подстава вообще? Почему у меня гейп не подкручивается, всяким аномали, блин, там упадают ножи какие-то, еще что-то, мне ничего. Сейчас я нашаманю. Раз, два, три. Поехали! Да, три. Мне синее говно выпало, пистолет. У меня ничего выше фиолетового не пролетело ни разу. Но мне сейчас выпал чоппери, поэтому я не такой уже. Железно покрытие! Чоппер? Цемент щебенка привозите, боже. Мне кажется, неплохого качества. Нет, тип автомат. Тест ван в полеве условия. На дробовике написано тип тяжкая артиллерия, бля. Понятно нахуй. Короче, не выпал чоппер после полевых, я думаю, но он стоит меня, как твой револьвер, наверное. Может, даже дешевле. Может быть. А, может быть, дороже. Это сейчас шестой кейс у нас. Это у нас, да. Если будет АВП Фобос, например, будет норм. Но я хочу, блин, глок. Глок классный. Давай. Раз. Подожди, я шаманю. Два. Я шаманю. Два с половиной. Все, зашаманил. Поехали. Три. Три. Пау. Я уж хотел два на сопельки, два на ниточки, но... Мне 5-7 выпал.
У тебя уже, что ли, выпал? Ну, я просто маг-волшебник. А, ты это делал, херни, типа, когда... Насильствен дай... дай мьё. Дробовик, но это тоже как бы ничего хорошего. Хуйня какая-то, серьезно. У меня, понимаешь, у меня последние 4 кейса не пролетело даже розового ни разу. Не то, что красного или там ножа. Только фиолетовый, только синий. Мне насрать, я с названия ору. Название Орны, не спорю. Так. Какой, первый или второй кейс? В смысле, не знаю, у меня они в рандом. Давай третий. Давай третий. Я третий открою, третий кейс. Я думаю, сейчас выпадет. Ну что-то... Нет, да не покер, бля, я... без разницы, что я думаю, ничего не выпадет в любом случае никогда. Я водички пока попью, а ты готов? Ну, давай ты в этот раз читаешь. Избирание на предмет. Че, я, да? Алло, привет. Да, здрасте. Именно вы. Ты готов я открывать как... кейс? Да. Я готов и потерять свои деньги. Уже готов? Да, какая интересность, да, готов. Блин, меня бы кто вернул. Поехали. Зря я тогда с этим дядькой в машину сел. Короче, 3, 2, 0, поехали. У меня одно синее. Да, одно меня... синее. Фиолетовый просто прилетает, и минус револьвер, плюс 5-7, спасибо. У меня 5-7. Сука, где тут удалять эту игру? Че выпало? 5-7. После полевых. Я тоже после полевых, О боже, 3 кейса осталось. Что за говно? Ничего не выпадает. Кейс это параша. Готов? 7 кейсов, раз, из них два, только лишь раз, одно фиолетовое. Раз, два, три. Поехали. У меня ничего фобус прилетел. Не прилетает. Два фобуса. Бог, судья, ни одного фиолетового. Опять выпадает пиковая шапка. Не то что фиолетового, ни одного розового. Фиолетовый-то прилетает, но... Ты чего выпало? Чувак, ты сейчас просто офигеешь. Нож? Серьезно, ты просто офигеешь! Это чё? Просто пиздец! Че? Новый экзо. Да бля, я... Нет, лучше... Зато прям с завода! Хоть что-то. Че за хуйня? У меня все после полевых! У меня только этот, блядь, железное покрытие, сука, не поставил прям с завода. Аааа! Хуйня! Гов, короче, еще два и все, и, короче, я понял. Дядя Гейб охуел. Он просто вообще, я мне ни разу в жизни ничего хорошего не падло. Ни одного красного за всю жизнь не упал. Ты готов? В 2014-м, я помню, упал АУП, короче, этот, который в Диазиму да. ПВП лежит. Готов? Да. Раз, два, три. Пау! О, пролетел скар фиолетовый в самом начале. У меня три фиолетовых пролетело. У меня не фиолетовый? Или два, или три. И при... Ну, сука, ну... Пиздец! Ну, знаешь... Мне кажется, можно дальше уже не открывать кейсы, хотя... Тебе МК выпало? Нет. У меня выпал Скар 20, кровавый спорт, но при этом там стат-трек. Но у меня остался еще один ключ. У меня есть еще шансы выбить нож. У меня Скара не было, я думаю, он стоит рублей все равно 400-300, наверное, с ними. Он рублей где-то 100-200 стоит. Он не слишком дорогой. Статрековский? А, у меня статрековский. Твою же мать. Раз, два, три. Поехали. Сейчас поехали. Поехали. М-ка пролетела, зашибись. Ну... Да сука, куда мне их, блядь, в жопу что ли пихать? Опять ебучий 5-7, серьезно? Ну, мне кажется, пиздец, исход очевиден. Я вот пойду, блядь, их в охапку возьму и пойду, блядь, бездомным раздавать. Серьезно, вот 4 штуки их мне выпало. Че, у тебя 5-7? После полевых. Ты в курсе, что эти 5-7? После полевых. Ты в курсе, что они каждый стоят рублей по 60, по 50, так что, ну, это самое нормальное синее, что могло выпасть на самом-то деле. Стоит рублей по 60, 50. Идем считать, сколько еще у нас стоит, я так думаю. Нихера ничего не стоит. Хера, да, ничего не стоит. Ой, простите за спойлеры. У меня выпало еще, короче, по 90 чопор, 2 штуки по 92 рубля. Ну, короче, все. Куда ссылку на трейд скидывать? 7 дней бан или сколько там, 10 все равно, так что, короче, ты отсосал, писос. Понял? Но на самом деле я не особо рад, знаешь, потому что, ну... Ты все равно деньги-то проебал. Все равно деньги-то, бля, знаешь, 1500, я все равно проебал. Может, не 1500, но 1000 точно. Так что, я не знаю, что может помочь, и может помочь, наверное, только лайк. Ты это слышал? У меня гром ёбнул, пиздец, как жестко. Это был гром, я думал, ты по столу ударил. Нет. Короче. Спасибо за просмотр, ребят. Если вам понравилось это видео, то смело ставьте большой палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, если из вас кто-то еще не подписан. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на нее всегда есть в описании. Подписывайтесь на Twitch канал. А на этом, в принципе, все. С вами был Костя и Джасти. Пока.